что мы будем их отдать, да, мы получается интересно. Анастасия. Анастасия Исаевна. Здравствуйте. Кто, с кем я не виделась? Я из благотворительного фонда «Я особенный», который занимается аутизмом. Ну и вообще ментальными нарушениями у детей. Мне некоторые люди были на моей участке и предлагали проект. Вот я хочу сказать, что есть такая проблема, что люди думают, что он инвалид, и как бы для него, ну, как бы все инвалиды одинаковые, для них все инструменты работы должны быть одинаковыми, но это не так. Там человек с ДЦП, у него есть свои особенности и свои инструменты, которыми нужно с ним работать. У человека с аутизмом есть другие особенности, и это все надо учитывать. И когда вы берете какой-то проект и говоришь, что он будет направлен на инвалидов, нужно тогда определять, ну, какую-то целевую аудиторию инвалидов, потому что так, к сожалению, это не работает. И я понимаю, что инклюзия сейчас совсем опустилась, и нужно ее сейчас как-то прорабатывать, и запросы. Но вот нужно просто для того, чтобы реализовать какой-то проект на определенную аудиторию, нужно просто посмотреть на интересы этой аудитории, что им вообще надо, и как это все реализовать, просто прочитав в интернете, что такое человек с ДЦП, что такое человек с аутизмом, там, слабовидящий, слабослышащий и так далее. Вот это все, что я хотела сказать.